Всем привет. 10-й день. Все ребята сваливают. Ну, пойдем попробуем там. Место, небось, опять сейчас займут, приедут. Но тем не менее. Короче, решили мы продлить себе удовольствие. Тут, глянь, нету ветра. Еще на денек. Сегодня, как обычно, Михалыч Донки. Завтра попробуем с утра на лодке поспиннинговать тут. Может, что возьмем. Ну и Михалычу охота. Так, место. Пока вроде еще все спят. Не знаю почему. Время по местному 6. По местному 7. По нашему 6. Ладно, посмотрим. Но я первый. Ну какая уловистая блесна. Даже ракушку поймали. С первого заброса. Почему мы собираемся уезжать? Ну, Михалыч упросил, конечно. Руки, блин, уже пальцы не чувствуют. Все прокованные, все прогрызанные. Уже, блин, больно за что-то браться. Вот еще одна причина. Почему мы уезжаем? Не знаю, как остальные. Может, они не чувствуют боли, но мы работаем руками на работе. О, всадило, блин. Конкретно. Гаси, блять, жалко. Что и поделаешь, блять. Сломался крючок. Какая хитрая блесна. Видите, как крюк насажен. Посмотрим, поддастся ли он нашему инструменту. Поддался. Придется его откусить совсем. Вот так вот иногда и Лизерман выручает. Разбрасывать не будем. Сейчас сниму с другой блесны. Крюк, блин, ну, у меня ж были вот когда нужно, никогда не найдешь. Так, рыба заиграла по-ихнему в 8 утра, так что тут раньше, блин, ну делать нечего, можно спать и спать. Спать и спать. Поменял крючок, поставил из того, что было, снял с одной блесны, поставил на другую. Ну, посмотрим.
как он себя поведет. Кольца заводные какие-то, блин, мне не нравятся. Разъедаются просто. Крючочек был такой каленый, походу. Не разогнулся, отломился. Шведский. Спасибо мультитулу, иначе бы хрен бы ты ее бы снял, крючок. Не надо. Ты с него сорвешься. Стоять, стоять. Ребята, я все-таки ее взял. Под ногами была. Собака стоит под ногами всегда. Не там, где ты ее ищешь. Класс. Приятно. Приятно. Так, работает этот яйцо. Продолжаем прогревание. Раскинулась, не взяла. Второй не взяла, на третий. Ну, с такого крюка сорваться тяжело, но его и взять нелегко. Но если возьмешь в рот, то уже херушки сорвешься. Ладно, пока выключусь. Иди сюда, дядя. Опять не под ту руку, блядь, взял. Привык правый брать, надо левый. Маленький. Маленький попался. Ну все, последние раза три крайние. Кидаю сюда больше уж когда. Может быть через год. Может быть и нет. Завтра может быть на лодочке еще. Сплаваем со спиннингом. Пролетело 10 дней, уже пролетело.
казалось, что еще много времени впереди, а не оказывается ни хрена, немного. Рыба бьет на той стороне. Может быть, еще вечером приду, а может быть, буду карася ловить. Ладно. В общем, пока. Еще надо идти, пока рыба не испортилась. Что ж делать? Пойду. Михалыч тоже там что-то где-то застрял. Наверное, губы рвет. Сазана. Килограмма 3 есть. Все, пошел. Может быть, вечером приду еще сюда. Может быть и нет. Ну, все, подхожу к базе, тут уже жарко. Так, это проверочный файл. Я его, может быть, и удалю. Вот дрова, попробуй их попили, блин, да поколи. Надо в железных рукавицах все это дело делать. Вообще, блин, тут люди живут. Так, ну вот здесь у них места для палаток. Ну, в принципе, тут ничего вот. Нормально поставить. Стояли все. Веревочки работали. Провода какие-то. Алюминиевые. Недочищенные. Они спят. Че вы, никак? Да все, все собрали. Ну что ты там? А, что-то там никак. Ага. На щуку похоже, блядь. Таких много стреляют. Никак что-то не берет. Либо там вчера повыбили все. Целый день. Да не глянь туда, вообще хуевает нахуй. А она все на той стороне что-то бьет. А сюда никак. Все, ну ладно. Катушка, да? Ну да. А, ну тут какая у меня такая. И сколько стоит покупал? Такая? Ты трайер. Сали, я не могу да. Никак кидать, блядь. Трайер, я научился сейчас, заебись. Иногда, блядь, путается. Какая толщина? 17. Это кастинговый или нет? Кастинг.
Да, это специально падает. Вот она хуйня, блядь. С тормозами, блядь, еще внутри какие-то. Это я такая. Я хуй понял, что мне делать. Пульку купил какую-то, ну, у нее мало влазит, короче. Зачем, хуй его знает. Ну, когда-нибудь может родиться. Да, не надо так. Ладно, поехали, пацаны. Олегу, привет. А, что-то его нету. А кому вот вы, блядь, платить там или что потом? Бумаги никакие, ничего. Типа тут стояли, там, а рыбу не спиздили. Ну ладно. Давай. Да. Попёрли. Пока. Карасика поймаем. Так, ну вот, в 7 утра поставил. Сейчас пришел 9:30, да? 100%. Было 56. Че, нормально? Нормально. Уже очень. И это факт, что в тени. Что-то не поехал, значит, потрошить. Не поехал. Ну-ка. Попал. Снимал. Молодец. Ай, ну, хоть такого. И яйцо. Я один раз сделал так впустую. Второй раз сделал. Хуяк, она сама выключилась. Да? Да. Почему? Вот она снимала. На... Хуяк, она сама выключилась. На съемке? Да. Ёпта. Думаю, что, опять аккумулятор, что ли? Ставил другой. Вот. Ну, в общем, только вот сазанчика я снял. Вот. И поехал это на клок снимать. Может, попросил, чтобы ему это. У него вот именно такой. Говорит, нигде в интернете нет. А вот у тебя такой. Я же, ну, в сентябре сниму. Чего? Ну, снять как на эхолоте все это. Этот эхолот настроить и отображать. Ты же показывал. У тебя же на... Мы с тобой показывали настройки. Он просил вот на воде. А как где ты на воде тут покажешь? Как? В сентябре. Ну я сейчас что делал? Я с клоком это самое. А, это. Я все снял. Нет, там все видно, и я клоку, и опускаю его.
Понял, теперь понял. А как, на какой канал он сказал? Ты сказал? Единственное, теперь сам увидел. Единственное, теперь это. Еще раз. Показать ему, какие они. Ну вот, я сейчас снял видео и дополнительно видео добавить. Еще раз настройки показать. Да, настройки мы можем ссылку оставить на те настройки, на то видос. Лог устера. Да, это какая-то красноперка. Нет, это и есть устера. Пошел за пакетом. Не заснял, как ложили в пакет. Ну ладно. Красиво, может, заморозить. Да, может, там их два штуки. Так, подписываем. Не будем больше морозить. Да, а можно? Слышь, можно. Слышь, можно, в обе. Да, давай. Вот это побольше, они одинаковые. Ну, в принципе, одинаковые. Когда резал, что... Дай-ка я уходил за мешками. Еще? Да. Я с него же возьму. Там уж, блядь, неудобно. Горловина маленькая. Ну ничего, осталось немножко. Нам мучиться. Мы что, мучимся? Мы отдыхаем, да? Слышь, этот... Я тут не могу рыбу половить, я ж тут работаю. Знаешь, что я придумал ему сказать? Бери отпуск. Слышь, бери отпуск этому. Поберушки. Ставь палатку, плати Гале 500 рублей и лови рыбу. Если забьем. Не высыпай изо рта. Будем сейчас губы рвать карасям. Ящеры какие.
Ох, ёб твою мать, блядь. Заебало это. Плотва! Ты нихера какая сильная. Плотва нужна? Нихера, мы уже рыбой раскидываемся. Это уже для души. Ветер, блин, успокойся. А чем? Какой кофе мы на рыбалке? Удочкой хер поймаешь чего, блядь. Аж манделок такой, блядь. Нифига себе. Ветер выключил.